Так, ну что, всем привет, вы на канале Football Flame, с вами я, Антон, и... Влад. И сегодня мы будем обозревать ФК-25, играть в режим Rush, и посмотрим вообще, покажем вам, как вообще расскажем, как ФК-25, будем обозревать новый режим Rush. И надеемся, что хотим вообще попробовать себя вот прям по-настоящему снимать ролики по ФК-25, потому что многие блогеры возвращаются, которые снимали, и они снова возвращаются, а мы хотим тоже начать. Вот, как бы, надеюсь, что нас посмотрят люди, если будет активность, если будут лайки, будут просмотры, то мы будем продолжать. Так что усаживайтесь поудобнее, мы будем начинать играть в Rush. Так, я сейчас приглашу тогда Владика. Владу отправил. Так, Влад вступил в тусовку, сейчас в лобби. Так, все, к лобби. Получается, есть время тотального раша, есть чистая сила. Мы будем играть в чистую силу. Да, все, давайте. Вот его я возьму. О, имба, кстати, реально. Смотрите, рассказываю тем, кто сейчас смотрит и, например, хочет, вот, наткнулся на этот видеоролик, хочет посмотреть, вообще, стоит ли, не стоит ли ФК-25, вот, как вообще Rush, кому интересно. Справа вы видите бонусы очков Rush. То есть, если вы будете выполнять это, то вам будут давать больше очков. Надо выполнить все. Там показаны, какие задания для каждого матча, они разные. Вот, и надо их выполнять, чтобы получать больше очков. Вот. Дальше за очки Rush выполняются задания. Да, мы уже играли, но хотим сейчас это еще и на видео, потому что решили попробовать себя в качестве фифера. Конечно, о фиферах говорить еще. Это громко, потому что мы только начинаем. Мне кажется, что нам хана. Нам хана. Давай! Давай! Почти. Возвращаемся в оборону. Ну, мы, конечно, не мега-профики, мы не такие, которые там в Champions разрываем, в Rivals. Мы еще учимся. Учимся. Так, скидка. Хорошо. Дальше. Давай. Офсайд. Да, еще, кстати, надо было, мы оставили зачем-то его одного. Так. Отлично. Отлично. У вас, наверное, сейчас возникнет вопрос. Почему сейчас не было офсайда, а тогда было? Это очень легко ответить. В квадрате офсайды не считаются. Гол. Также есть вот внизу вот эти штучки, типа лево, право, вверх, вниз. Здесь, как это, голосовой чат. Вот так вот. Ой, хороший пас на Влада. Давай, забей или отдай. Есть. Получается, я это тот я это тот, над ком горит звездочка, а Влад это синенький. Вот. Ой-ой-ой, это синее. Нет, это ничего. Да, есть, смог. Ой-ой-ой, Влад, хорош. Пас, дай. Не на меня тогда уж, я не знаю, на Влада там что ли или что. Ой, хорошо, забей, сам. Офсайд. Интересно. Ой-ой-ой, просто двоих. Ой, сейчас будет опасно, там выход будет 3 в 2.
А, давай. Что ты делаешь? Надо было просто выносить. Как же я? Мне дали желтую за тот фол, который типа там был до этого. Вот сюда, Маш. Хорошо. И на дальнюю. Гол. Нет. Он будет отдавать на того. Но я не успею. Хорош! Нет. Ну это да. Я не хочу оскорблять человека, конечно, просто... Извиняюсь, во-вторых, да. Ой, ну как? А как он успел? Вопрос, как он успел? Ой, так, отлично. Так, попробую. Отлично. Я не успею. Давай. Что-то пока вот как-то вот, ну, не везет, не могу. Я хочу отдать ассист, но не могу. Не получается. Влад не может пока что-то забить. Ах, ну... Кто? Кто? Ну то дай... То отдал бы ты бы мне бы пас бы, тогда бы я бы... Ой... А? Да. Есть. Куда ты нифига пролетел, плюшка страшная. Ага, отлично. Не, ну, кстати, Волкера я тоже, мне, наверное, стоит его будет взять. Потому, ну, можно взять будет попробовать Волкера. Потому что, это, да, он имба. Он быстрый. Ой, куда я убежал? Я не такой быстрый. Отлично. Почти. Будет бить. Да. Ну, тут, да. Не знаю, где я. Да. Так, давай. Ага. 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 А скинешь? Сможешь? Хорош. Хорошо. Хорошо. Если бы... Там, кстати, да, есть вот эта возможность. Да. А, ну почему я не могу отдать ассист? Будет пас отдавать. Выбей! Пенальти. Да, тут булиты. Да, тут булиты. Здесь как бы... Для тех, кто не знает... ну, получается, повторяюсь, для тех, кто только думает по поводу покупки в К25 и не знает, что тут, здесь в режиме Rush булиты. Да, это очень тоже прикольное нововведение. Реально втопил. Что ты сделал? Я заработал удар от ворот. Ну какие ой, я отдаю, ой. Ну мягкие, ну блин, ну как... Ну отдай ты, ну отдай! Ну чел, отдай! Я похлопаю. Кто ведёт? Я похлопаю. Мы проиграем. Сейчас просто, друзья, мог быть этот выпуск... Шедевр. Мог бы быть сейчас просто... Получена монета, да, тут, получается, дают монеты так же, как и за Squad Battles, и за Rivals там, вот это, и очки Rush. Да, не удивляйтесь, 12600, если кто, например, не знает про Rush, но играл в Squad Battles и знает, там дают 1800 там за победу на мировом классе.
то тут 12 тысяч это не так уж и много, потому что тут есть задание на 140 тысяч очков. Вот, так что как так. Еще вам будет, наверное, интересно посмотреть на мой состав. Мы в будущем, там, может быть, я буду устраивать какие-нибудь там... Я могу сказать то, что я играю без доната. И играл без доната. Получается, и в 24-ю часть, и в 25-ю буду играть без доната. Но какие-нибудь, если опять-таки мы попробуем этот ролик, надеюсь, что наберет, пожалуйста, ребята, помогите, потому что мы правда хотим есть много идей, стараться делать для вас, потому что и патчи там может быть, потому что все вот это, если будете набирать активность, то мы будем все делать, и наш канал будет оживать. Этот, и надеемся, что в будущем даже, ну, будем и в Champions играть, и надеюсь, нас будут приглашать на Кубки Фиферов, но это очень уже, да, это так думать, я не знаю, мне кажется, над нами сейчас смеются, это 100%. Ладно, погнали сразу же, следующий матч. Скорость. Ну, смотрите, можно взять Кунде. Кстати, позиция даже позволяет. Но я, кстати, думаю, можно взять и Кайла Уокера, как я вот думаю. Мне 82-го, мальчик. Ну вот, кстати, кстати, ты не сможешь взять тотального Раша? Нет. Прикинь, у меня его нет. Четыре. Димарку. Кого мне брать? Мне право защитника. Я просто не знаю. Я возьму право защитника. Ну вот давай. Вот так вот. Ну вот так вот. Окей. Вот так вот. Все. Сколько голов забил я, сколько голов забил Влад. Я сейчас опять вам... Скажу, как вообще, если вы, допустим, скажете, ладно, ты звездочка, а где Влад? Влад был, получается, синий, синим цветом был в прошлой игре, а в этой игре он желтым цветом, вот, получается, на левом фланге сейчас вот он. Так, отлично, отлично, 1-1. Это забил я, получается, сейчас вот. Надо мной звездочка еще горит. Ой, хорош, забей. Браво. Нет, тут ой, похлопаем, нет, тут похлопаем. Браво. Тут похлопаем, чел хорош. Чел вправду а хорош. Джуиллингтон. Это Джуиллингтон. Это Влад сейчас с мячом, просто скажи, чтобы вы поняли, кто. Это Влад сейчас вот с мячом. Кто-то в подкат кинулся, кстати. Ага, чел в АФК. Чел забил гол и в АФК. Да. Вот, получается, вот давайте вот после вот этих сейчас сыгранных матчей, что я могу сказать? То, что... Вообще, я могу сказать, поиграв в Rush, и уже как бы я сыграл немало, да, друзья, скажу так, я вам после матча покажу задание. То, что я там, правда, ну, немало сыграл. И могу сказать вам то, что немного выбешивает, когда чуваки просто заходят в матч ради выполнения заданий, потому что тут можешь стоять в ФК, ну, и, типа, все равно очки дадут. И вот как вот, например, сейчас вот чувак. Вот это огромный минус. То есть то, что тут челы могут стоять просто в АФК, это очень сильно. То есть, если вы хотите поиграть нормально, то собирайте, типа, вот, компанию друзей. Нет, то пускай он встанет, то пускай он выйдет из игры, пусть за него играет компьютер, хотя бы делаешь. Да, также тут, если, например, чувак выйдет, то будет играть компьютер. Вот, вы, наверное, сейчас спросите, как ты вот это пас показываешь, а это, получается, если ты без мяча, просто нажимаешь на пас, вот, и он дает, о, и вот отображается пас, ну, типа. Бабушки.
Ух, вратарь хорош. Отдай. Ну отдай. Ну вот. Ну зачем? Вот такие катки. Вот хорошо, что. Ну, точнее, плохо, но и вот сейчас попалась вам катка. Это самый главный, вот как пока что. Вот для меня лично, вот самые, если минусы есть у Рашу, а их мало, честно скажу. Режим очень хороший. Но просто. Вот, если. Ну вот то, что челики могут стоять в АФК или что-то типа подобное, вот это, конечно, вот самый как такой главный минус. Там открыто. Так что это? Она же сильная. Сильно не судите, потому что мы. Да. Ну зачем? Было же на дальний. Ну это желтая. Да, здесь нету. Тут нету красных карточек, тут есть синие. Ну вот можно же. Ну это не фол? Это фол. Вторая желтая. Ага, это нам. Отлично. Нифига. Хорош. Бей! Браво! Я думала, уже до конца не думала, что. Браво! Ну. Выбить! Ай, ладно. На дальнюю будет навес. А там никого нет. Ой, вратарь еще так. Ну, ладно. Офсайд. Отлично. Ой-ой-ой, ошибка. Гол. Хорош. Это синее. Вот, наглядно, опять-таки, хорошо, что вот синее все-таки случилось. И нам ее показали. Мы вам ее показали. Мы вам ее показали. Будет. Ничего себе, ведь это даже не угловой. Это чувак не попал. Там на дальний. Ой, слишком сильно. Ну хотя, может, добежишь. Добежал! И на. Похлопаем. Нет, у них чел это тоже вот такие. Можно делать такие еще движения. То есть, ну, типа ты. Реально, сейчас бы вы видели бы, я. У меня лицо такое чисто покраснело. Пробивал сейчас. Сейчас наносил удар. Влад, для тех, кто не понял. А сейчас Джо Эллингтон. Угловой удар. Че, будешь разыгрывать или я побегу? Давай я побегу. Зачем? Ну я ведь был первый на мяче. Ну я буду на дальнем. Хорошо. Есть шансы на победу еще. А, ну да, мы и так ведем, мы и так ведем, да. Синяя. Ну, открыто, открыто. Ой. Ну, сломала. Ну, такого. Ну. Почему я хотела на тебя дать ногу? А зачем ты бежишь, Джо Эллингтон? Отдай пас, ну отдай пас. Ой, начинается. Отлично. Получился. А. Это смешно. Это смешно. Скотайс. Да! Есть. Вот в обороне, вот еще тоже сейчас, вот реально получается хороший выпуск. Можно, мы вам показываем то, что тут реально интересно даже играть в обороне. Ой, Джош. Ой, Джо Эллингтон, Джо Эллингтон, Джо Эллингтон.
Вот. Я буду сыграть. Почти, ну ладно. Ну ладно, ну неплохо, неплохо, ладно. Давай. Нам главное не проиграть. Вот синее. Это синее. Это сильно. Это сильно. Это куда? На дальний. Зачем водиться? Я, конечно, понимаю, что все уже время. Ну тут как бы до этого нафалили кто-то. Ну, комара. Нифига. Ну хорош. Нет, ну тут похлопаем. Молодец. Надурил обоих. А, да. Да. Здесь даже интересно играть в обороне. То есть тут тоже можно выполнять. Все. Победа 7-5. Мы и проиграли, и выиграли. Ну и был хороший очень такой моментик даже в первом матче. Вот, так что... Почему у меня только 7-7? Победу, конечно же, больше буду давать, логично. А у нас победа и так. Ну, за победу больше буду давать. То есть, я имею в виду, тоже 12 тысяч было. И сейчас. Ну, тут в заданиях что-то... Опа, здесь задание. Давайте откроем. Давайте откроем сейчас. На видео. На видео. Так, первое у нас... А? Тебя ждать? Или я открываю? Открывай. Так, стоп. Ну, давайте так. Давайте так. Сейчас у меня пик. Давайте, поехали. Пик. Давайте, может быть, заведете под видео. Ух, ну... Инджуки, кстати, играл за ЦСКА. Да. Давайте вот ее возьмем. И составчик я вам тоже сейчас покажу. Свой. Дальше у нас мы выполнили вот это. Набор с редким золотым игроком 75+. Сейчас откроем. И набор с редким золотым игроком 78+. Ой, 84. Состав. Вот такой вот у меня состав. Месси. Да, купил. Лаутаро купил. Выбил. 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 Тоже выбил. Ну и вот, получается, как-то так. Играю не так долго, но уже составчик, думаю, неплохой. Оценивайте. Ты все? А, окей, давай. Все, Влад уходит. Давай. Вот, ну, я тогда открою два пака и тоже будем заканчивать. Получается, вот такой состав. Оценивайте в комментариях, напишите от 1 до 10. Набор с редким золотым игроком 75+. Поехали. Нам выпал сразу же. То есть, смотрите, если игрок от 75 по 80-й рейтинг, то есть по, я не знаю, как по 70, по 80 включительно или нет, но он получается не будет идти, то есть будет вот так вот. А сейчас у нас 78+, я надеюсь, что там будет футболист, другая чуть-чуть анимация, я надеюсь, повезет. Да, вот, человек идет. Это не волкаут, потому что так. Давайте посмотрим сначала, кто это. Это женщина из Астон Виллы. Ага, это дубликат. Еще хорошо то, что дубликат, смотрите, если мы нажмем, как вот подтвердить предметы, это R2, мы нажимаем. И здесь направить эти дубликаты в хранилище ЭПК. Да, мы направляем. Это можно сделать от... Я, кстати, не знаю, от какого рейтинга. И если мы зайдем в ПК и, например, захотим собрать пак. И, например, захотим собрать пак. Ну вот тут вот комбо улучшения 80+, то мы можем зайти в хранилище ПК. И это дубликаты, которые я сохранил. Их можно сдать на... Их может быть количество до 100. Внизу на монтаже я пока я выделю, вот вы видите, там от 2 до 100. Вот, и получается, да, как-то так. Получается, что вам еще показать? Получается, сейчас
я вам покажу. Сейчас у вас на экране показывается пак, который мы открывали, где человечек шел. И вот сейчас обратите внимание на заднюю туннель. То есть там не было треугольника. Если там будет светящийся треугольник, то есть его не было. Если бы он был бы, то был бы волкаут. Это уже... Давайте в следующей части я соберу... Мы откроем пак и точно до волкаута, чтобы я вам показал. Если вы... Ну, давайте 15 лайков. Если вы набираете 15 лайков, то я вам покажу, как же все-таки определить волкаут в ФК-25. И вообще набирайте лайки. Если будет хорошая активность, то сниму видео для вас открытия паков. Или пишите в комментариях свои идеи, что снять. Я почитаю и на все постараюсь ответить. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Антон, и Влад был со мной, да. Всем до новых встреч!